Одноразовый стаканчик. Стаканчик узнал, что он одноразовый, когда его подали какому-то посетителю кафе. «У вас нет одноразового стаканчика?» – спросил посетитель кафе, и ему ответили: «Есть!» И подали именно его – стаканчик. «Я одноразовый», – с ужасом подумал одноразовый стаканчик, и чуть не разрыдался. Между прочим, услышав такое, поневоле разрыдаешься. Сам-то одноразовый стаканчик полагал, что в этом мире ожидает его долгая и верная служба. В него будут то и дело наливать всякие жидкости и выпивать из него всякие жидкости, а потом мыть его и ставить, например, в посудный шкаф рядом с другими стаканами и стаканчиками, бокалами и бокальчиками, чашками и чашечками. А вон как выходит. Выходит, что если он и годен на что-то, то только один раз. «И это жизнь?» – спросил себя одноразовый стаканчик и сам себе ответил: «Нет, никакая это не жизнь. Не жизнь, а сплошное отчаяние. Меня, значит, выбросят сразу после того, как выпьют из меня. Выпьют что?» Тут он задумался. «Может быть, если уж он одноразовый, из него выпьют что-нибудь совершенно необычное? Хоть и один раз за то, чтобы навсегда запомнилось? Например, какой-нибудь этакий сок из этакого никому неизвестного фрукта с труднопроизносимым названием. А что, тогда еще ничего. Тогда вполне можно сказать, что тебя использовали для торжественного случая. А может быть, вовсе и не сок из него выпьют. Выпьют из него, скажем, волшебный напиток, который превратит пьющего в великана. И тогда все начнут спрашивать, в какой же такой стаканчик был налит этот волшебный напиток?» И им ответят: «Да вот в этот, одноразовый стаканчик». А потом одноразовый стаканчик поставят под стеклянный колпак и будут хранить в музее, чтобы все, кто туда придет, могли увидеть, в какой же именно стаканчик был налит знаменитый волшебный напиток. И все будут удивляться: «Смотрите-ка! Кто бы мог подумать, что волшебные напитки наливают в самые обыкновенные одноразовые стаканчики?» «Наверное, так и случится», – уверил себя одноразовый стаканчик. «Иначе все несправедливо в этом мире». А его, между тем, уже поставили на столик кафе, поблизости от какого-то совсем хилого и полуживого цветка, задыхавшегося от жары. «Простите, пожалуйста», – обратился к цветку одноразовый стаканчик, видя, что тот практически погибает. «Вы тоже одноразовый?» «Я?» – возмутился цветок. «Да вы с ума сошли? Я не только не одноразовый, но даже и не однолетний. Я многолетний и цвету каждый год, просто как заведенный». «А я вот одноразовый», – признался одноразовый стаканчик. «Грустно, правда?» «Грустно», – согласился цветок. «Но я знавал таких. Их тут миллионы прошли перед моими глазами. Одноразовые тарелки, одноразовые ножи, одноразовые ложки, одноразовые вилки и, конечно, одноразовые стаканчики. С большинством из них я так и не успел познакомиться, настолько быстро их выбрасывали. А тех, с кем успел, их я уже забыл. Это все были такие короткие знакомства». «Меня вы не забудете», – пообещал одноразовый стаканчик. «В меня нальют волшебный напиток, который превращает обычного человека в великана». Тут он смутился и добавил: «Ну, или что-то вроде». «Сколько работаю в этом кафе, ни разу не слышал о том, чтобы здесь подавали такие напитки», – усомнился цветок. «Их и не подают», – заверил его одноразовый стаканчик. «Подадут один раз, и все». «Он, наверное, ужасно дорогой, такой напиток», – задумчиво сказал цветок. «Хотел бы я, чтобы на меня капнули капельку, тогда бы я стал баобабом». Одноразовый стаканчик не понял, зачем цветку становиться баобабом, но смолчал. И как раз в этот момент в него начали что-то наливать. Это была бесцветная жидкость, очень прозрачная, и она, о ужас, довольно сильно напоминала воду. «Кажется, я ошибся», – прошептал одноразовый стаканчик, обращаясь к цветку. «Вам придется забыть меня, как и прочие одноразовые стаканчики в вашей жизни». Тут посетитель кафе залпом осушил одноразовый стаканчик и воскликнул: «Волшебный напиток!» «Волшебный?» – переспросил цветок и, так и не дождавшись превращения посетителя кафе в великана, добавил: «Это же обыкновенная вода». «Обыкновенная вода и есть волшебный напиток», – ответил посетитель кафе. А потом налил в одноразовый стаканчик еще воды
и снова залпом осушил его. А потом еще и еще и еще. Я не знаю точно, сколько именно порций волшебного напитка выпил он из одноразового стаканчика, но говорят, что это был необыкновенно жаркий день. Конец.